Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами LCD Vampir, и сегодня мы решили поиграть в PS 2013. Всем привет, дорогие друзья, давайте-ка начнем. Нет, перед тем, как мы начнем, я хочу сказать, что я буду играть за Францию. А я буду играть за Португалию. И вот теперь давайте начнем. Все-таки нынешнее Евро 2016 прошло, выиграла Португалия, если кто не знал. И я намерен все-таки изменить исход и выиграть французами. У нас типа сейчас финал Евро 2016, короче. Поехали. Давай. Итак, я играю за синих. ЛСД играет за красных. Ну, я его легко обыграю, это ни для кого не секрет, как говорится. Ой-ой-ой-ой, все, до свидания. Я уже вижу победу, просто раскатываю. Молодец. В смысле? Все. Какой нафиг офсайд? Там не было офсайда. Ничего там не было, ничего не знаю. Состав, конечно, немножечко другой. Не как на Евро нынешнем было. Ну да ладно. О, все, до свидания. Я быстрый гол, если забьем, то все, это уже решено. Все решено, что за фигня, давайте в оборону все. Что ж такое-то? Это не сборная России играет. Ну, наша сборная показала очень хороший результат, я думаю, на этом Евро. Просто идеальный результат, да. Из года в год показывает. Не, ну больше мне понравилось то, что... Потом, когда они всеми решили отметить свой проигрыш, это слышал видео, да. Они молодцы, конечно. Нормально. А что за фигня? Ментрал повес, навес сделает. Удар! Пустые ворота! Но вовремя подключился там кто-то, не успел посмотреть. Не, не будет. Победу продували сегодня, не дам. Ушло от тебя, или от меня? От нет, тебя. К сожалению. Да какого хрена? Чего никто отнять не может? Роналдо! Дорогие друзья, офсайд он был все равно. Даже кстати... если он забил бы. Рональдо показал тоже какой-то результат на этом Евро. Прям мне не понравилось он. В первом же тайме он ушел, и потом он праздновал победу, как будто это он все сделал. Хотя его там не вообще хорошо. Ничего не было. Вообще он ни во что не вложился. Ну да ладно, не было в этом. Сейчас, кстати, ударом хорош сделал Роналдо. Ну да, по башке я неплохо зарядил, короче. О, Бензима отлично! Бензима. Просто бей! Это, блин, тебе не ЦСКА. Да, это не РФПЛ, как говорится. Но... Рибери, подача. Бей! Что было там? Я не знаю, но это гол! Да? Но... Французы выходят вперед. Ты погляди, как это... Просто, я не знаю, что произошло в штрафной, но там просто непонятки. Вратарь вообще стоял... Слева. Да это тупанул, моя. Игроки там кучковались и не смогли отбиться, что за бред. Ну, ладно. 1-0. Вот так вот все уже. Португалия домой уж себе поедет. Давай. Начал. Хотя уже заложен. Играй. Отлично, Бензима. Рибери! Они какие-то, знаешь, не попадают в мяч, они проскальзывают просто. Погба! Ивра! Ты что там, перечисляешь? Да. Иди. Какого хрена? Надо второй забивать. Чтобы укрепить. Ух ты! Кому он дал, дорогие друзья? Я вроде сказал. Блин, мы не поняли друг друга, короче.
Ой, хорошо-то. Просто пока распасовочку. Рибери. Бензема! Гол. То нифига себе. Да. Что-то не 2-0! Да, Португалия, да, домой. Давай, давай. Да блин. Все, это все понятно. Это тебе, как говорится, не санки катать. Это 2-0, все. Ладно, вот собраться. Мы собраться тут все. Да хватит. Ну, время, в принципе, достаточно. Еще тут играть и играть, но уже 2-0. Вот сразу мы, как говорится, признаемся, мы до этого видео тренировались, два матча сыграли, и все два матча выиграл Сити, кстати. Первый 2-1 он выиграл, второй 1-0. Сейчас на видео что-то по-другому складывается. Ситуация-то. Подача. Куда они все время подают, мне интересно. Почему так сильно? Вот иди. Бензема! Один. Один. Не, один не сможете пройти. Не, вот третий забивает. Что там? Я чуть сам не понял, а что произошло? Штрафной! 37 метров. Я не знаю, как это произошло. Просто сбил. Что ж ты по ним-то целишься? Откройся ты, а? Во, отлично. Ой, хорошо, Рибери! Пустые! Но... Это забивать надо было. Конечно. Все время и в него дают. Ну да, вот этот вот был бы третий, и все. Тоже что-то. Да. Амбул. Да нет. Добивай, никого не было. Матьюиди, удар! Пушечный просто удар. Отбивается в Португалии. Вообще нормально так слышу. Складывается ты матч, мне нравится. Блин, они что-то не то происходит. Они просто в растерянности. Что происходит реально? Согласен. Там, блин, чё? Ну, все нормально там было? Какой трава. Ой, хорошо. Какой пас идеальный просто от Роналда. Сейчас нормально. Понятно. Не, времени еще много. Еще очень много, еще можно такой счет тут набрать. И мне, и тебе. О, блин, так, ладно. Спасибо, Ильич. Давай, отнимай. Пипи. Пипи, ты ничего. О. Штрафной. Я типа найден буду. Рибери, подача. Что? Нормально, если здесь. Не точно. Нормально, более-менее хорош. Давай, борись. Да ё-моё. Что ж такое? Такой перепал. Рибери пошел. Красавчик. Погба. Прима. Три-ноль Погба.
Просто. Португалия летит. Летит. Ну тут реально, просто туда. Пас. Туда. Ух, сюда. Ринон. Да. Первый тайм уже к концу подходит. Давай. Соберись. Да! Я даже не ждал, что до меня мяч дойдет, поэтому. Как фигня произошла. Ой-ой-ой, на финтуй, ты что? Что происходит просто? Удар! Вот слабый удар. Ты что ж такое-то? У тебя какие-то фигня происходит. Бензима. Ты угораешь. 4-0. Бензима 4-0! Просто это вообще Португалия, как будто, я не знаю. Дворовая команда какая-то на Португалии сейчас. Первый тайм 4-0. Санек, я тебя поздравляю. Сейчас второй тайм. Давай еще 4, если закачу, нормально будет. Я не верю в то, что 4-0 выиграю. Говорю, мы перед матчем, повторюсь, играли два раза. Перед вот этим. Оба матча, как бы, ЛСД выиграл, а я проиграл. А сейчас 4-0. Хотя я как-то помню, мы с Найсом играли, по-моему, на видео, не знаю. 4-3, что ли, там был счет. Вот это реально был такой интересный, зрелищный матч. Сейчас, может, в принципе, что-то изменится. Португалия, подача. Роналду! Слишком неудачно. Ба. Блин, точно вообще. Ой-ой-ой-ой-ой! Какой шанс? Давай. Это шанс, к сожалению, Португалия. Использовал. У нас постоянно побежит. Пускай что-то смотреть. Гол голам посмотрим. Повнимательно. Посмотрим с других ракурсов. Покажи как-нибудь. Так. Подожди. Ну вот сейчас. Он не туда. Мяч Джабуани. Ну чё ты мне в жопу показываешь? Он катнул там. Вратарь просто, в принципе, виноват. Хотя, там в угол он ничего не мог сделать. 4-1. Пагба. Не точно. Да что такое? О-о-о. Да, вот это было. Конечно. Рибери. Савчук Рибери, Бензима. Могу еще пройти, да, вообще. Слабо. Ну, я надеялся, он сильно пробьет, но что-то слабенько ударил. Фига ты деревянничаешь. О! У меня моего просто затолкали. Не, ну хоть не все там. Хоть что-то радует. Да еще не конец игры, чего не забыл. Блин. Ну вот как это возможно? Ну вот это вот. Уголовно. Нет?
там тоже офсайд. Нафиг я Бензема отдал. Надо было в самом уйти. О, все, 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 я развернусь. Шанс. Да. Точно. Да как так-то? Ну точно. Что такое? Так как-то вообще. Блин, нафига я назад отдал. Как бы самому идти. Что за хрень? Ох, видите. Какой интрал. Да и какого хрена? Там один. Да нормально, все, что он поднимает? Там все идеально было. Не было там офсайда. Пропускает момент. Да ну, неужели так и закончится? 4 гола всего лишь, что выиграть. Нифига подобного. Надо больше. Да ё-моё. Зараза. О, Рибери красавчик. Да ну. Ты угораешь. Да, давать-то некому. Все, блин, где-то. Ой-ой. В основном вообще у нас в центре игра идет. А так нет никаких нормальных. Ой. Роналду. Так. Надо было мяч идти. Ну он дурак. Ну как? Не спросит, как он. Ой, хорошо, как Рибери. Пять-один. Да. Просто 5-1. Просто сейчас вы бы видели его сидит. Он не верит своим глазам. 5-1. Это угар. Давай еще шестой тебе закрепаем, да? Это угар! Давай, давай, давай! Рибери! Удар! Ну это не удар. Это прям счет напоминает Франция и Исландия. Там тут 5-2 прям закончилось. Ай-яй-яй. Ой, хорошо. Мне не хорошо, потому что все. Кому? Эй-эй-эй, полегче. Ты чё ж он так затянул с передачи-то, а? Роналду. Удар. Вратарь тащит. Это вратарь. Да как так-то? Ой, как что не перехватил бы эту передачу. Через поле. Да блин, да что за фигня? Роналду, блин, в принципе.
Ни слов просто нет. Вновь Роналдо. Какой шанс у него? Удар! Хороший удар, но вот так тащит. Да какого? Рибери, просто красавчик Рибери, надо забивать. Чё, блин, чё там было? Я бы даже не понял, как так? Вот так. Они так отпускают мяч вообще, да говно. Просто дебилы какие-то. Кому дал? Да согласен. Да пяточка зацепил. Что он руку поднимает? Давай забивай, ты уже задолбал. Как? Не получается. Как? Не получается. Как? Рибери, подача. Все, вратарь, иди в жопу. Ты вышел за пределы. Удар! Нет, это не удар! Это что? Это пас просто противнику. Ух ты! Пепе. Рибери, удар! Рядом. Рядом, но нет. Ну, как говорится, правильно сказал. Главное, не в сухую. Один закатил. Уже, да, действительно. Еле достижение. 5-1. Ох-ох-ох-ох-ох. Че ты стоишь? Давай еще переиграем. Ай-ай-ай-ай. Да что такое, а? Можете точно играть вообще сегодня или нет? Эх, ну ты брат! Правильно, лучше подальше его. Но на этом матч заканчивается 5-1. И я, понятное дело, даю реванш тебе. Мы будем сразу же сыграть второй матч. То есть мы сейчас поменяемся командами.